сегодня в вашем храме подала записку о здравии, а батюшка стал за упокой. Переживала, что будет. Ну, умрешь. А я не шучу, умрешь? Рано или поздно. Все равно умрешь? Думаешь, нет? Умрешь. Вот. Но только, мои родные, я еще одну вещь хочу сказать, очень важную. Надо помнить, Господь наш живой. Живой. Мои родные, живее, чем мы с тобой. Неужели Он не знает правды? То, что знаем мы, а уж Бог-то не знает ли. В Библии написано, давший ухо, сам не слышит ли? Давший глаз, сам не видит ли? Так и мы скажем, тот, кто нас умом одарил сердцем, у него нет ли в квадрате, в одной степени разума и чувства? Конечно, Господь видит. Люди могут ошибиться. Господь никогда не ошибается. Никогда. Кто-нибудь знает такое имя? Иеромонах Роман Матюшин. Современный поэт и музыкант, исполнитель духовных вещей. В одной из песен он пишет, о чем он любит молиться, как «Мое излюбленное чтение, канон на покаяние, канон на исход души, канон на исход души, который читается, канон, когда человек умирает, а он его регулярно молится, регулярно себе смерть напоминает, как к смерти относится». И что, он прав. Мы в любой момент можем умереть, мы знаем, когда произойдет, что всегда быть готовым, в любой момент. И что такое, если я проживу после этого 10 лет? Что такое 10 лет с вечностью? Незаметный миг. Поэтому, нет, мои дорогие, у меня был такой факт. Говорит, батюшка, были в монастыре, говорит, и приехали оттуда, далеко. Говорит, и вдруг вспомнил, говорит, я вас, ну, человек, ну, такой, женщина в годах, такая добрая, говорит, записала навечно. Мне хотелось для того, что доброе сделать, чтобы молились. И, приехав домой, только опомнилась. Я с именами, с какими? Вас ведь за упокой написали там. Вас за упокой поминают. А туда поехали, у меня нет сейчас возможности, что делать, не знаю. Я говорю, а я, говорю, чувствую, что в последнее время поправляться стал. Значит, на пользу. И я ее успокоил. Говорю, мать, ничего не меняй, пожалуйста, ничего не меняй. Пусть поминают за упокой. Жить буду не знаю сколько, а умереть точно знаю, придется. Пусть заранее молится. Пусть просит у Бога прощения мне и милости в день суда его. Все земное пройдет, а вот суд Божий не миновать. Пусть молится упокой. Господь все знает. Его милость над нами всегда. Он не ошибется никогда. Люди ошибаются, Бог не ошибается.